Встретился с заместителем председателя правления предприятия BI Group Construction Нурдаулетом Акимжановым. Отметим, компания уже более 20 лет ведет строительные работы в Казахстане и странах СНГ. В рамках встречи управляющий директор по развитию бизнеса BI Group Construction Аян Зейкерин ознакомил главу региона с историей компании и ее будущими возможностями, а также представил ряд проектов. В свою очередь, аким области призвал руководство компании принять участие в строительстве важных объектов в городе Шымкент в рамках проекта «Шымкент-Сити», а также в строительстве социальных объектов в школах, детских садах и больницах, онкологическом центре, туберкулезном диспансере, диспансере и спортивных комплексов. По итогам встречи в рамках предложенных проектов стороны договорились заключить конкретные соглашения. Стоит отметить, что строительная компания BI Group Construction занимает лидирующие позиции в сфере строительства и за последние 22 года реализует ряд масштабных проектов. Вместе с тем, BI Group Construction приняла участие в строительстве важных объектов в стране, в частности, в строительстве зданий специализированной международной выставки «Астана-Экспо-2017» и «Назарбаев интеллектуальных школ».